планируете построить, ну, компания планирует построить тысячи километров, а то и 100 тысяч километров, миллионы километров дорог. Понятное дело, что человеческими ресурсами просто человек не сможет это физически сделать. Это должна быть какая-то роботосистема. И на одном из вебинаров проскочила информация, что у вас существует какая-то идея, зарисовка или уже, может, какой-то проект имеется ходячего робота. Что именно у вас сейчас есть, помимо просто идеи? Ну, во-первых, я не согласен с вами, что только роботы могут строить. Когда Генри Форда спросили как-то, вот его мечта какая, он говорит, хочу, чтобы земной шар опоясали автомобильные дороги. И построено 36 миллионов километров дорог. Но я что-то не видел там роботов. Но это за сотни лет. А мы нет, подождите, а ну, только что за год. Вы что... Когда автомобиль появился, в 50-х годах в Москве по Красной площади еще телеги ездили с лошадьми. Замещение будет идти десятки лет, тут не надо иллюзий. Я инженер, я понимаю, что нельзя мгновенно это сделать. Поэтому роботизация будет, безусловно. И автоматизация будет, безусловно. И первые, не то что наметки, уже серьезные проработки, вы можете найти в той же монографии, о которой я говорил. Где есть даже иллюстрации, когда робот-завод, как шагающая машина, идет, переступая через реки, проходя болото, у него длинное, и после себя оставляет готовую дорогу. Вот, такой да. Проект есть, и он есть в моей монографии. Но мы не можем создавать этот робот сегодня. Чтобы создать, надо минимум 100 миллионов долларов. Но создадим робот, вот это ничего не будем делать, кому он нужен. И что он будет строить? Да. Поэтому сейчас мы не можем ничего продемонстрировать. Но потом продемонстрируем, поверьте. И эти технологии уже и дальше продвинулись. У нас уже есть дрон. Это робот. А для чего дрон? Он, думаете, так просто появился, что ли? А как в горах строить? Как туда опору завести? А как, допустим, струну через реку перетянуть? И не только для этого. Военный вертолет. Летчик застрахован на 5 миллионов долларов. Второй летчик тоже на 5 миллионов долларов. Для того, чтобы обучить летчика, надо 5 миллионов долларов. Еще страховка. Потом сбили самолет с летчиками или вертолет. Представляете, какие потери, да? А это железяка сбили, так это. Да? То, что он робот. Поэтому роботы мы делаем не только то, что чисто касается Skyway, но и все сопутствующие технологии, отрасли мы тоже там работаем. Global Star Club. Возможности безграничны.